Самолет совершил посадку в Чебоксарах в аэропорту имени. Чье имя получит воздушный причал столицы Чувашии, зависит от мнения жителей. Пока в списке 5 претендентов. Чувашский просветитель Иван Яковлев, летчик-космонавт СССР Андриан Николаев, знаменитый офтальмолог Святослав Федоров, ученый-кораблестроитель Алексей Крылов и Александр Боголюбов, герой Советского Союза. До 11 ноября волонтеры проводят социологические опросы, в результате которых сформируется шорт-лист конкурса, в котором останется только 3 имени. А 12 ноября стартует финальное голосование. Будут работать площадки волонтеров во всех наших крупных центрах, торговых, в учебных заведениях. Планируется, что на железнодорожном вокзале, автовокзале, в аэропорту. Опрос планируется, что будет проходить в основном в городе Чебоксары. Те, кто иногороднее, значит, они могут делать опрос через систему интернет. Планируется охватить из 500-тысячного нашего города не менее 100 тысяч человек. То есть это оценка, и выбор будет очень, мы считаем, будет очень объективным.